стыдным. Не видным. А я как ем? У меня что, зубов много? Как и пьешь. Поболтаешь, знаешь об этом, нет? Вы там сделали эти два квеста в этой пиратской альшанской? И чё? В пиратской альшанской два квеста делали? Нет, там просто надо потрогать и всё. Кого потрогать? А чё вы сказали, что нужно здесь будет пиратской альшанской квеста делать? Ну, чтобы тот квест сделать, который дает синюю шмотку. Аспекта. Нам всё равно будет. Значит, покажется, где там говорят. Вот это альшанская выкупил нам. А квесту будет. Нужно. Не продавай её. Что это такое? Орудие убийства. Зачем оно? Это вы махнетесь с альшанской, чтобы она тебе дала четвертый элемент, который нужен был просто. У меня уже три элемента есть, оказывается. Два. Сейчас ты за третьим, а это будет обмен, и она даст элемент. Тупая альшанская. Сюкатюнь, сюкалян, котик, румян. The fantasies, babes. Fantasies, babes. О, смотри, о, чекалю. Дерьмо, дерьмо, смотри. Ой, он череп. Ой, фу. Пока поковыряюсь. Не стыдно? Здесь рыбу падает рыба, которую надо в масло превращать. Не стыдно? В алхимии. Котя кис, котя мяу, а их всего лишь пять у меня, а надо две, чтобы сделать всего лишь один раз. Всего лишь один раз. Ай, бэйбус. Пять секунд, я сегодня спал целых пять секунд, сегодня я спал, су-су-су, как много я сегодня спал. Спать хочу, спать пойду. Прямо сейчас ты, су-су. Между рысью и ногой поплыли. Опа, моё, шаталикус. Кися кот, кися вот, вот и кот, и вот и мот. Прыгаем сюда, сюда. Полицейский с Рублевки, это просто форсит. Бейбас. Как бичара одет просто. Как бычара. Нищий с Рублевки. Обнаружен острова Польши. Острова Польши, да, пристрелы спеть. Смотри, как плывем, Махмуд. Погнали в модном бутике продавать наши шмотки наши. Вон, видишь? Хоть помнишь хоть раз такое? Это новая мода. Приплываешь, а тут пухи. Такого же не было. И чтоб пиратка бухта была такая целая. Обычно, знаешь, как бы бывало, сюда приплываешь такой, а тут суки. А тут вот уже какая-то сука лежит. Суки просто.
Сукиалики, блин. Вот, вот, вот это вот, потрогай, пожалуйста. Что там? Интересно. Тумбочку постриги. И бегом на поезд. Это все? Это все. Подразделение боебесов. Тут есть ведро и ольшанская ферзя. Слов. Потирай пол, давай, волоса. Emotion sleep. Операция. Смотри, как сплю. Там будем кости делать. Где прячусь? Сплю. Смотри, как сплю, как волосат. Прям как волосат. Хавай, балка торчит. Невозможно сюда забраться. Слишком большой котен. А что, в коте спать тоже нельзя? Развалились. Вообще поперек сплю. Я же на камеру говними эфит. Я вот не понимаю, мы сейчас едем, не едем. Хотя будет загрузка, тогда мы точно поедем. Вот она. Ой, ошибки, дочки. Ошибки, дочки? Угу. А что там? Ерор какой-то. Сразу появились что-то. Я надеюсь, я буду жив. Вот он, вы с этим. Ой, все. Это же как очнусь посреди океана. Все, мы приплыли. Стояли, там в угол вас поставил. Там раз резко пошли. Ой, гальваниза какая-то, бродяга. Ну вот параши стоят. Опять. Что вы черепки, фу-фу-фу-фу. Тупые, очень тупые. Просто на целый уровень больше меня вы фу-фу. Фу, нас. Сюда садитесь. Как дела? Летим в Ашенваль пост. Спилинтер. Это что? Застава ясеновый пук? Нет, да. Сплинтер, три пост. Сплинтер, три пост. Вот так. Ашенваль. Почему в чартах ВК музыки всегда в топе какие-то сопли? Fuck you. Потому что там сопляки сидят. Чего плачешь, так и уже? Потому что фарсизм царит в ВК. Потому что Павел сидит в ВК и слушает сопли слюн. Набивает топы этих соплей. Фэнтези! А вы говорите, второй квест просто побазарить с Аршанским надо? Нет, второй квест надо будет просто прийти, там где мы били Мелементалей, зайти в беседку, короче, и сидеть в ней на 3 года. Какую беседку? Там где мы Элементалей водных били. А?
Где там беседка? На берегу. Кролл Дум Шафай. Бэйбас. Кто там? Какой-то альшанский поэт. Как он прыщей гонял народа. If you give it to Mersh. Судфури Ривер. Ты это? Это место. Думаю, это Бэйби. Разве это не Бэйби? Нет, я Азшара. Ашенваль. Понятия они не могут. То Азшара, то Ашенваль. И тут Night Zone 2. Может быть, Fantasy Space. Или Warzone Colombia Camp. Вот эти названия, это у меня по-рашенскому. По-рашенскому. Или Night Zone Woods. Сколько тут всякого лесного. Не, я не пчела, бля. Песни такие, прикинь, если бы сочиняли такие песни. Я не пчела. Вот, короче, вот этой патрикевной по пизде говори, вай, вай, она пила, вай. А чё, Дэйли? Что нового? Приходи ещё. Инвентарь заполнен. Я не почепал. Ай, сколько мелко выбросить. Пока. Фахрак. Интересно. Что-то... Что-то один из одного. Время, деньги. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится... Yes. А что-то я не сдал вроде. Ну, еще не сдал, естественно. А? Зеленый. Нет, так срать не может. Нет, нет, не может. Голубой чай будет? Fuck you, чай. Fuck you, чай будет. Я Фарсю не поверю. Фарсю не поверю. Вы Ливершмаль смотрели или как всегда Фарсю? Посмотрел, но как всегда Фарсю. Так что, я проснулся сегодня в 27-го, по привычке. Я ФРСЮ. Где-то здесь сдать надо. Сдать никому не ходить, ничего. А? Каратист. Я не поверю. Так, что там сдать можно было, ну-ка. Вы сдали тут? Нет, что тебе нужно? Да, ни за что не поверю. Синие ботинки. Главная сила. Ну-ка, напялить. Ой, сколько фэнтези, сразу фэнтези. Ну, смотри, тут красивый. Под цвет моих сисек. Ой, сиськи на горе. Так быть не может, нам бежать теперь 3 года. Где там второй квест сделать надо мне? Нам надо бежать в Мистрали Лейк. Так туннель. Вы же выполнили уже. Мы убили 12 сибирских язов. В беседу какую-то, вы говорите, надо нестись. Yes, а беседу мы не трогали. Так вы же квест там... Я-то трогал, я покажу, где. Это надо.
Всё, я не поверю, я больше в Милый мырш, не скучай, я пержу, я знаю точно. Костя уже обучали на 26-м? Есть, а там только из дамажущих Shadow World Pain 4-го ранга. На 26-м будет спринт на катеш. Чё-то не в коте. До 26-го ещё 700 лет. Я... Ферсю не поверю, я ни за что Ферсю не поверю. Чё, будем сворачивать? Поторопишь. Какие лаги у собаки. Ой, сколько волков. Пчела тебе в ухо укусила. Наперди. Так. Я пока не могу использовать. Я ни за что не пчела же. Но не ори на меня, моя дорогая. Фигню какую-то накастовал, мне нравится. Кроватички называется. Нет. Ты все прямо тут стоят. Надо их успокоить, собаки. Я ни за что не поверю. Отразил, прикинь. Удар по... Ворот. Он просто в одно время отразил ваш удар и увернулся от него. Мне не хватает энергии. Не хватает энергии. Недостаточно энергии. Мачо и баран. Бэйбэ си афган. Новый бэй. Не мешай нам на проходе. По соплям на. Я никогда не пчела же. Вон, видишь, стоит беседка. Вот в той беседке надо постоять. Я не поплыву, ты быстрее все равно доплывешь. Я нет нерка карайрк. Шкарымерк, мерк, шнерк, ферк, серк, мерк, мерк. Я чё так под водой могу плавать этим форсей? Только маленько всплыву, она и сразу вырубается. Воздух это такое. Да при чём-то воздух? В этом... В облике-то водном нету воздуха. Я про то, что воздух попадает на кожу тюленя, и все. Платочек второй нашелся. Угу. О, а все что ли, выполнил? Yes. А? Не успел ферсю уже сразу коляку. Просто почему? Подошел сюда, Рассашка, и выполнил. Yes. У вас так же было? Yes. Все, обратно. Теперь там сдавать. И все, остальные квесты надо убить какого-то чисто плющика. Сто не талон моа. Где вот? В Ашенвале Форесте какой-то мразь ходит. Чего надо сказать? Зовут его, короче, Орданус. Это не понял. Не там всплыли, что ли?
Я что не поверю. Как приятно, когда тебя никто не трогает, уже валяются, сучки. Спят. Брюхом кверху. Я ни за что не пчела же. Я вам больше вообще не пчела. Территору оф Волвес. Надо где-то искать квесты. Волки позорные стоят на дороге. Видишь, я в тени, блядь, чё не видно, что я в тени. Тяф-тяф, блядь. Защищён я. Я ни за что. От тебя оскорбили опять. Красные капли. А вас нет? Вас оскорбили. Ферсю, да коляжем, ферсю котём, да нанижем. Где же ходит Орданус? Как вы думаете? Приморье титик. Надо погуглить, пока бежим. Кто тут следовать? Нашел. Читаем Орданус. Вов. Классик. Ор. Орданус, короче, бегает как раз по этой дороге. Не стыдно? Что-то. Ага. Сам в шоке. Чем могу помочь? Нет, не к этому. Нет, там внутри, короче. Сейчас посмотрим. Видать? А? Когда сделал? На какой-то Brutal на Fogram какой-то 2 росли. На нормальном микрофоне. Где внутри тут? Он, короче, где-то... Где-то он... Ходи, не знаю. Показывают уже саму башню. Нет, я имею такой сидеть здесь давай. А, ну там, ну, в этой. Тут? Где вот там? Где мы? Не. Где-то. Че, здесь нигде не сдавал? Ничего не вижу. Серьезно? По-моему, он где-то там. Может, наверх фиг-фиг-фиг. Что, на мини-карте не отображает? Yes. Нету. Ну-ка, как там этот Fantasy Babies? Stone Talon Stand Still, вот этот кость?
мосток Врилехис надо. Мосток какой-то. Короче, мостик надо. Я же на забор улетел. Где ваш мосток? Сейчас, Сиван. Что-то не по теме вообще. А вон может, вижу, вон знать? Там Мальшинский стоит. Давай, нашел? Спрятал свои дивиди. Ну, возле Говори. Главное, сила! Чем могу помочь? Так, зеленые ботинки продать? Вот огромный быстрый факт. Вот, вот. А как тебе забраться? Ну вот большой дом. Вот где просто он находится, этот большой дом, наверное. Никто не знает. Это вот какую-то хрень подобрал ветвителям. Бифаулет Ватерглодия. Именуя уникальный предмет. Начинает квест какой-то. Раз ворк не жить, то вариант тролль. Требуется уровень 23. Мне продает. Да хранят тебя предки. В Сплинтер Пост. А это мы здесь и форсю. Вот, все, это штык его, и здесь же сдать надо. Я сдал. Вон. А, я ты вот сдал? А тот сдал? Какой тот? Я один только сдал. Нет, вот, заюзал вот этот шарик. Какой шарик? И он еще дает квест. Мокро! Еще который, да? Да? А где какой шарик заюзал? Ну ты говоришь, какой-то предмет. А, это у какого-то лупили мы что-то какого-то. А, это ест, водного. И вот тыкаешь его, и это. Ему отзаешь. Так вы тоже подбирали такой хрен. Игрок! Так взял какой-то. Еще где-то завершено. Какой-то кому-то что-то принести. Принеси Бефоулет Ватерглобе и Дженеу Санкрея. Взорамгар Аутпост какой-то. Новый Аутпост. Ашенвале. Показывает, что где-то, а где не знаю. Показали всю карту, на где этот мразь Орданус спрячется. У меня нет цели. А то не показывают. Мне нужна цель. Ой, чё за тупость-то? Сначала нужно выбрать цель. Показывают, где уже в доме в самом его лупасит. А где этот дом находится, не показывают. У меня нет цели. Там зигзаг просто на мини-карте. У меня видно, нет что он... цели. Сначала нужно выбрать цель. Что-то не плевать и не кайфать вообще. Ой, ну как так писюнь какой-то. Где он находится?
Погодите, сейчас приду. Thank you.
к туалету. А он тебе... Садишься фейн, на него, и как давай вкладываться, и как давай вкладываться просто. Тут это... Мерша темнопа темно кидала. Орданус один из старших сынов лесного бога Кенария. Во время длинного бдения он бродил по лесу. Получил пустынки играют в Алюфеке. Шарапы ебаные. Надо Ордануса хотя бы завалить и пойти подсмотреть за тварину. Лесного леска помогая усталым стражам своей родины. If you give it to Mersh. Ай, как-то ложился. Че, бейбис? Че про не читать? Ага. Все, я не получил. Парикинь, чё я придумал? Сейчас побежим куда-нибудь. Ты готов куда-нибудь бежать? Бейбис. Бейбис Викторис называется. Лакаиш. Вот, видишь, баф дал, короче, и все, и вся мана кончилась. На 30-м, да, говорят, можно будет собаку трогать? Или нет? На 89-м. Чё на 30-м? Можно будет обучиться верховой ногтю. Там они на 30-м можно будет. Вам, наверное, на 40-м. Тупость. Вон, видишь, несётся, слышь, на 20-м. Слышь, на 20-м бегает. Тупой волк. А шиваль завершено. Все. Там, короче, типа оранжевое, это значит опасненько, там куча писюшек. Надо было вам шаманоиды качать. А зачем? Носить на волк. Ну, приз же тоже прикольно. Пефекесен. Сю. Здесь шимоноид, наверное, ну то польшанский. Не знаю. Кто здесь то польшанский? Это польшанское. Се. Вот уж. Ты в лоле? Скажи, апсайд, но апсайд, какой гол? Не гол, а гол. Во фритюре мы пожарили Павлушку. Во фритюре накрыла посетевую ушко. И, конечно же, мы ржали над этим чушкой. Nights on Woods. Пишет всем привет. Кто? Черкани мне в личку, у меня чат. Да, спасибо. Вам личку? Ну, у меня чат бесконечно пропадает. Тупость. Но вот теперь появляется, когда в личку пишет. Такая штучка. О, Павел, английский.
If you baby to merge, крысю. Крысю, if you baby to merge. Я черканил. Непонятно. А, тут надо постоянно выбирать же. Брать. Фантастический гол. Фантастический гол просто. Вот она, вот она, да, моя, вот она не моя около дома, Ярослав, мразя. Вот это бэйби, просто нашли его. Как бы он не прятался, мразь. Дальше. Машка летать, сука. Вон, видишь, бомжи его собрались. Ой, бомжи. Ой, голубоглазый. Проклял тебя здесь. Недостаточные силы. Мне не хватает энергии. Мне не хватает энергии. Ой, у ворота всякие повороты. Шармская. Систер ведь ты. Так, Лаук Тинг Систер. На злость. Сиськи. Грызи. А чё, ты не выполнил ничего с ней? А чё, нам их надо, что ли? Нам надо в самый верх подняться, они нам будут мешать. Скучно. Далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Ой, медведь. Надо подождать. А я спешу. Скотти не общайся. Человек превратился. Я Альшанским насладился. Кто? Ой, Пугачёва опять песню поет. На Пугачёва похоже, что ли? Смотри, светик с ними светик. Ой, два медведя, это сила. Не хватает энергии. Так, рампейдж это. Больше ярости. Не сейчас. Не сейчас. Рампейдж пал. Не хватает энергии. Недостаточной энергии. У меня нет цели. Мне нужна цель. Следующее время. Ха-ха-ха, как... Видишь, какой, блин. Ой, смотри, да. Может, его надо? Ты как светик? Нет. Я видел этого Ордануса. Ой, одни медведи. Надо подождать. Сейчас. Толупа. Достаточной энергии. Недостаточной энергии. Мне не хватает энергии. Недостаточной энергии. Недостаточной энергии. Мне не хватает энергии. Мне не хватает энергии. Мне сразу не хватает энергии. Мне не хватает энергии. Я пока не могу использовать эту способность. Мне не хватает энергии. Надо подождать. Я думал, выстрелится, он сейчас поет. Сначала поет, нужно выбрать цель. Не, просто она курит, а что-то... Она сейчас, наверное, не курит. Бросила. Она заболела, в больнице лежала. Ей же операция на сердце была. Ругающийся рвая. Сейчас. Недостаточной энергии. Мне не хватает энергии. Слышь, надо отпиться нам. А-а-а-а!
Альшанский нах. Голос сильный был всю жизнь на сцене. Че же она? Так это, наверное, старый концерт. Нет. Его сейчас, вот, его сейчас передал. Я же... А, я чуть не упала, пока я сейчас кричали. Так она же давно не поет. Да, уже. Она сама поет. Все поют сами. Ее песни, все которые поют. Она исполняла, все поют там. И Лана, Лорак это, и этот Лепс, и все. Все, которые Ванус, она Лепс. Исполняла, вот Павлович написал, все пели. Вот, заходи в медведя и ори на него. Нужно подойти поближе. Вон, видишь, не один валет. Нужно больше ярости. Нужно больше ярости. Вы используете эту способность. Достаточно ярости. Подождите. Я есть причем. Так там второй еще. Нужно больше ярости. Надо хилить всех. Я покажу. Ну-ка бей его самого. А то он вызывает. А то я его и так. Нужно больше ярости. Щит вам. То есть вас похилить, это не происходит ничего. Нужно больше ярости. Нужно больше ярости. Добейте уже этого. Так что. Нужно больше ярости. А где еще второй? За этим. Толпами. Достаточно ярости. Блять, у меня нет хилки на тебя. Ладно, все всех покалечит. Ярости. А, так он жив, Ярослав. Заметь, их двое было, потому что. Ты видишь, я одного-то такого убил, что. Не, а именно Ордануса. Надо бежать. Ой, морозевенька так как. О-о-о-о! Как бежать-то близко она. Это думал мы этого убили, того кого надо типа. Я его лутаю, а нет. А откуда деревья нам? Деревья это... Маршатина повызывала. Ладно, не хватит. На. Паскуда, да. Ну и такие песни тяжелые. Ну, 700 турюков. Все по одной палит. Без пинка, пинком, пинки, пинкать. Пинкать, пинкать, калям. Все выступают своими голосами, не знаю. Нет. Алла Пердакова. Сильный голос у него. Привет, да? Ну не лучше всех. Ну, сейчас, которые песни поют, как она раньше пела, совсем, мне кажется, уже даже совсем не так. Она лучше пела. Без пинка пинком пинки. Без пинка пинком. Yes. Ты понимаешь, что так легко бежать? Я говорю, слушай, свои вот песни пела, вот именно, что когда вот она, а сейчас Алкины песни исполняют, вот которые она пела, другие, Алки. Все, уже не Алка. То и не так. Она пела... просто, Софишка, когда начинала, она какие-то коммунистические песни пела, а это пела репертуар другой. Софи, я же ничего не говорю. Леонтьев свое, я говорю, все те, Леонтьев. Которые свои песни... Леонтьев, нашли кого вспомнить. Сейчас вот... Лёнька в сети. Лёнька выпили. Всё, галям. Фрэзэ. Сколько раз поставил? Ой, фэрсю, фэрсю, каля, галям. Сю-сю, галям. Фэрсю, галям. Маршатина, надеюсь, не согрется? Но... Мы могли же просто взять и сбежать оттуда. Я надеюсь, они не риснулись? Все равно она молодец. В таком возрасте так пить не надо.
А без пинка пинком пинки пинкать. Я думал, она эту свою дочку вытащила на сцену. Но она поет же хорошо. Она свою дочку вытащила бы. Схватил ее за шкварник и вытащил. Говорит, на! Все равно вот она ее и вытащила, она же не гордится, все ничего, другие бывают, там смотри-ка там это. Так говорили же, что наоборот она не хотела себя. Горди Марины, вперед. Она не хотела, говорит. Она не хотела, она и. Груди Марины, вперед, раз так называется. Хорошо, пойду. Не стыдно за нее, конечно. Ой, все. Ледниковый паскуд. Ой, я разобрался, внизу одни медведи. Ха, мразяла. И здесь медведи. Ты понимаешь, одни медведи. Мразяла. Ну ты слово. Ой, так на вас же сейчас огрутся, психиатрический сегодня. Сейчас мы попытаемся. Ой, тут этот второй риснулся уже, но Валерия Меладзе. Второй риснулся? Не смог. А на отконде первоглазов. Сапет деревьев, там надо форсюкивать. Но это главное вот этого, Петросяна. Альшану сына. Ну-ка, получится у меня как-нибудь ферст боком. Цель нельзя. Ну, ну все, боевые действия, Мария. Слушай, а он только один согрелся. Да я его не вывезу, потому что у меня мана нет. Звуки. Уважаю, что ты слышишь звуки там. Прикинь, я спрыгнул на крышу. Я в бою до сих пор, но никого нету. Они все. Ой, он вызвал болезнь. Ой, тут еще и второй риснулся, то есть третий уже, получается. Ага. Топ. Он вызвал своих паскуд, ну. Звездец, ну. Ты понимаешь? Это пиздец. Альша. Все. Эти уже катку уже сыграли уже. А, вас опять Петру пришли? А, нет, он не убежал. Нет, я еще жив, но. Я просто поражен над их тупостью. Нестись надо. Сломя котеньку. Все, значит, вы, наверное, не зря сняете меня, да? Если только отлов вашу, все. Сейчас буду я пытаться пройти, куда глаза глядят. Ой, меня выкинуло. Из тела? Долго валяешь? Ну я тогда пока пробурюсь туда, глубоко. Ой, 10 лет бежать. Как это там, короче, происходит? Как только-только начинаем фырсюкаля, сразу кидаемся на этого дельфина, на не бьем вот этих мыршей. Потому что мырши вызывают бомжей, на. Так если мое тело валять, спустим, наверное, рискнуть может. Ну, я не знаю. Пока еще не добрел. Все, калям. Все, мармям. Это медведи, что ли, трогать? Пока... Кучный баб. Надо, короче, хлебать после двух мобов. Иначе никак. Скользит усы. Скупай носки. Войнаски. Yes. Подешевки скупай, нет, подороже покупай. Всем большое.
Да, это остальные города уже, блин, можно оставить. Деревья. Да свою Москву одну Аршинскую отстраивают, а другие города как деревни можно оставлять пусть. Почему он Гомск расстроился как? Ну вот именно расстроился, но Гомск я уйду, как Маккомбо просто говоришь, и тогда Макдональдс умрет. Кругом мразя, капут всегда. Он там с Ингелоксей стоит, а ему на феру. Медведей толпа. Байфует она. Ломай колям. Палки в буке такой фыр. Yes. Чё погиб-то? Войной треть лишний просто. Третья лишняя на пол. Ты прям здесь уже можешь воскресить. А я поднимался мог. А это чего лезть такой? Перебуканный. Какой-то бык валяется. Смотри, что ты валяешься? Маршатины какие-то. Бабуин, слышь? Бабуин это какой-то валяется. То есть тут какая-то мразь пыталась? Да. Сука, надо быстрее него это сделать. Как расположился прям. Видишь, как валяется? А ты наверх поднимался? Не, мэн, не то еще. Так вот, фыр. Ся-ся, каля. Ну, естественно. Ой, еще не один. Я пока не могу использовать безопасность. Подруги нам. Надо подождать. Не хватает энергии. Не больно? Не хватает энергии. Надо подождать. Да куда? Куда? Ну и все, мэн не тут. Подожди, не заходи, надо мэн отрисать. Нет, тут просто где-то был медведь. Я вот ищу его. Вот. Супа. У меня нет цели. Так, спаемся, отъедаемся, все дело. Ой, сразу в Ордануса вливаем жижу, короче, всю, Ярослав. Стараемся, по крайней мере. Ой, подождите, пока отпивать, сейчас пойду напишу на кого-нибудь. На кого-нибудь жуть. Мурмя, мурмя. Вокруг мурмя.
Мершивые. Все, надо. Не люблю тебя, плешивый. Короче, я залетаю. Ты бьешь, ну, сначала в коте, подходишь в темноте. Или нет? Цапаешь мразя за жопу. Я подбегаю, ору на всех. Надо это. Ордануса убить сразу. Потом залутать и убежать от меня. Цапаю мразя за жопу в инвизе. Вот. Потом превращается в медведя. Я подбегаю, ору на всех. Они пока бегают, мы лупасим мразя. План какие-то странные у нас. Так это потом агри всех мразей. Я тебе еще щит дам. Ой, нет. А, смотри. Сейчас. Я так вот. Мрази! Достаточно ярости. Сейчас. Недостаточно ярости. Ори на них, ори, Ярослав. Мы лупим его. Убили? Не выпала, знаете, башка? Выпала. Башка выпала, что убегаем. Так, я могу использовать эту способность. Щит еще. Все, текай. А! Смотри, что ты же. А, это фан. Ой, помираю, Руслан. Ты где-то? Я умер. Труп такой летит на. Ничего на. Ой, а я боюсь. Миллиард мразевых ног. За вами несутся. Вес. О, все, отстали. А эти верблюды идут нам. Вы чё, тупые? Несутся он за мной. Какого? Все, исчезли. Ой, лаги, ну. Нет, они вот, они бегут. Сейчас меня раскумарят, на. Пошли нахуй. Ой, исчез. Один. Они вкидывают по 21. Они неплохо вкидывают. Так, все, исчезли, слава богу, на. Чуть не убили просто, на. Тупость, на. Ой, смотри, БС. Спрашивают, кому надо. Сейчас попробуем рискнуть. 70 лет. На холме. На, получается, гейс. Миллион толстых ног. На, короче, похилили. Мышишь ты? Сюкаля, фыркаля, хоть мурмя, фырсюмя. Ордануса убили, куда его сдать? Санрок Ритард. Где это, Ростов? А где Санрок этот? Смотри, принеси Ордануса Хед в Брели Ферхайнд. Брили Ферхенд. Ничего такого нету. Барен. А куда надо идти? Че там? Брили Ферхенд какой-то надо отнести. Брюли Ферхант рядом с Санрок. Брюли Ферхант надо отнести.
Ханту Брюлик. Где Санрок Ретрейтер? Юрок Банатов пробежал. Кто? Ты Банатов? Блин. Че там обер блюдо? Из говна, из говна, из говна все слепить. И кому-нибудь там еще взять и подарить. Эрстов. Чего скажешь? Где, куда? Че каля, че форсе? Ну, смотри. Ну-ка, пойдем посмотрим. Че тупят, че тупят, че тупят, паскудни. Тупые.